Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать английскую резинку один на один. Обычную резинку, как вязать один на один, смотрите на моем видеоканале. Для начала мы набираем петли. Как набирать петли, смотрите в моих предыдущих видео. Далее, первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Кстати, вязание должно быть свободным, не затягивая. Далее идет лицевая петля. Лицевую петлю мы провязываем. Изнаночную мы не провязываем. Делаем накид и снимаем изнаночную петлю. Лицевая, провязываем. Далее опять делаем накид и снимаем изнаночную петлю, не провязывая. Лицевая, накид, снимаем изнаночную, не провязывая. Лицевая, накид, снимаем изнаночную, не провязывая. Продолжаем до конца ряда. Напоминаю, вязание должно быть свободным. Не затягивать нити и петли. Последняя кромочная петля провязывается как изнаночная. Далее поворачиваем вязание. Первая петля снимается, не провязывая. Далее у нас идет накид и лицевая петля. Провязываем как лицевой. Следующий у нас идет изнаночная. Делаем накид и снимаем изнаночную, не провязывая. Опять лицевая петля с накидом провязываем как лицевой. Дальше накид и изнаночную снимаем, не провязывая. Опять лицевую с накидом провязываем лицевой петлей. Изнаночную делаем накид и снимаем. И так до конца ряда. Вязание свободное. Последнюю провязываем как изнаночную. Поворачиваем вязание. И дальше следующий ряд провязываем точно так же, как предыдущий. Аналогично. Снимаем первую кромочную петлю. Дальше идет лицевая с накидом. Провязываем лицевой. Дальше делаем накид, снимаем изнаночную. Лицевую с накидом вместе провязываем лицевой. Делаем накид, снимаем изнаночную. И так далее. Первую петлю мы снимаем. Далее лицевую с накидом провязываем лицевой. Изнаночную снимаем с накидом. Лицевую провязываем лицевой. Накид, изнаночную просто снимаем. Лицевую с накидом провязываем вместе лицевой, накид, изнаночную снимаем и продолжаем до конца ряда. Лицевые петли мы в каждом ряду провязываем вместе с накидом, изнаночные не провязываем, делаем накид и просто снимаем.
каждому ряду вяжем аналогичную. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Вот, посмотрите, какая у нас получилась резинка. Довольно объемная. Если ее сравнить с обычной резинкой 1 на 1, вот видите разницу. Вот. Насколько эта резинка пушистая. Она очень красиво смотрится в берете. Допустим, резиночку вяжете 1 на 1, а далее плавно переходите на английскую резинку. Тогда берет получается объемный и пушистый. Вот так. Спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, ставьте нравится в конце видео. Подписывайтесь на мой видеоканал. Впереди вас ждет много интересного. До свидания.